Тысячи первоурайцев пройдут в бессмертном полку. В городе уже началась подготовка к акции. В компании, занимающейся полиграфией, поступают заказы. Жители просят напечатать портреты погибших солдат, ветеранов Великой Отечественной войны. Печатаются фотографии и в дальнейшем уже монтируются на вот такие планшеты. Планшеты, они идут со съемными ручками, то есть по желанию уже можно этот портрет поставить дома в архиве. Нередко фото для портретов приходится реставрировать, специалисты их сканируют, а затем на компьютере убирают повреждения. После накладывают на фото шаблон, так будет выглядеть портрет, который понесут в колонне. Здесь изображение печатают специальной краской, она не смоется дождем. «Бессмертный полк» — движение, посвященное памяти героев Великой Отечественной. Акцию придумали в Томске, и вскоре она стала всероссийской, а затем... международной. Участники шествия в Первоуральске пройдут 9 мая от площади Победы до мемориала Славы. А в этом году горожан ожидают на несколько сотен больше, чем в прошлом. С портретами дедов пройдут 7 тысяч человек. Присоединятся к горожанам и жители поселков. Они как бы организовывают небольшие, пускай, полки, но один человек с транспарантом там, или вообще просто с фотографией, или с памятным листом, да, то есть как бы это может быть даже письмо с фронта, или это просто человек, который пришел почтить память, это тоже бессмертный полк у нас.